Я вот это хочу добавить, что 40 лет мы уже вместе живем, и, знаешь, слава Богу, что нам Бог дал столько мозгов и много времени. Моя мама об этом говорила, земля и Бог, там царство небесное, но отношения у них были очень страшные, нехорошие совершенно. Но мы сегодня, слава Богу, нам Бог дал столько мозгов, чтобы сохранить хорошие отношения с нашим ребенком. Мы не поддерживали маму и не вмешивались в это, а наоборот, хотели как-то сгладить. Конечно, за ней стоит в первую очередь это мой брат, которого мне было жалко просто. Но он тоже, конечно, много лав. Но прошло время, это все забылось, это все ушло. И слава Богу, что у нас остались хорошие дружеские отношения. И слава Богу, что мы сами свекрови, и это был прекрасный урок. Да. Моя поэтому у тебя самый лучший год. Поэтому мы, вот один пример. Моя заловка младшая, она и моя свекровь, это, как говорится, одна группа против меня. И что они сделали? Я с ней не разговаривала. И никогда не заговаривала. До этого они меня давили. Что даже если она, вот, Господи, прости меня, умирать будет, я ей воду не дам. Попрошу кого-нибудь другого, но я к ней не подойду. А потому что, объясняю, у каждого человека есть своя граница. Граница. Меня оскорбляй сколько хочешь, но моих детей не трогай. Мои дети – это твои племянники. Раз ты их не любишь, значит, ты никого не можешь любить. Как бы я с Мадонной не была, ее детей – это мои дети. Это моя кровь. Я не могу из-за нее не любить своих детей. Это нельзя. И обижать из-за этого. Вот это я простых никому не могу. Что бы ни было, дети никогда не должны быть центр сорта, интриг. Мою Наталью так они сделали, что эта девушка не хочет их видеть. Это неправильно. Поэтому я говорю, вот мы 40 лет прожили, но слава Богу, что нам дал Бог столько мозгов, что мы сохранили хорошие отношения. И дай Бог, что я в каждой семье вот так. Самое главное, это ничего никто с собой не забрал. Никто. Ну все равно, такие маме, нервы. Маме, ну-ка скажи про Мадончика. Ну, конечно, это такие все остается на здоровье. Это все... Это уже вот тут внутри остается. Это не забывается все равно. Забывайся, как можно забыть свою жизнь? Никак не забывается. Тишина, тишина. Лена говорит. Когда я говорю... Малечку. Вот именно. Вау. Бантики, чбантики говорят, молчать. Я самая старшая среди вас. И слушайте меня. Слушай, Мадончика я считаю героиней. Вот то, что она перенесла с моей тети Царство Небесное, это не каждая может пережить. Но хорошо, что от Мадонны я услышала одну фразу, уже когда Мамула умерла. И мы как-то с Ирой к тебе приходили. И ты сказала, я Мамулю очень много ночи. Вот это ты сказала. И что-то хорошее вынесло из всего этого. А как это морально и физиологически? Вот очень тяжело. В этом я перед тобой даже преклоняюсь. То есть ты... Конечно, все, я любой женщине преклоняюсь. Жила, я бы минуту не жила. И оставила хорошую. Я и так не жила. Вот дайте Бог здоровья. Аминь, аминь. Аминь, аминь, Мадончик, аминь. Дай Бог здоровья вам. У мамы была такая, знаешь, система, как в Советской армии. Не умеешь – научишь, не хочешь – заставишь. У Мадонны очень большой был брейн. Дай Бог, Мадонна.